Для всех казахстанцев и для алматинцев этот день считается трауром. И мы от лица интеллигенции города, от лица акимата города даем соболезнования близким, родственникам, погибшим пограничников в этой ужасной авиакатастрофе. Перед зданием регионального управления ШГЭ собрались сослуживцы и товарищи погибших пограничников. Каждый выразил искренние соболезнования родным и близким. Напомним, на борту находились 7 членов экипажа, 20 военнослужащих, в том числе временно исполняющий обязанности директора пограничной службы КНБ Республики, полковник Тургамбек Стамбеков и его супруга Сауле. Руководитель был наш боевой товарищ, прошел Афганистан, Таджикистан, поэтому для нас это вдвойне больно. Талгат Хамитов прослужил с погибшими товарищами не один год. Командир судна Нурахметов Марат был опытным командиром. За его плечами 5000 вылетов, говорит он. В тот злополучный день, вспоминает Талгат, его экипаж вылетел из Астаны на 5 минут раньше самолета, который потерпел крушение. Со всеми я служил, все вместе служили, мы сидели, все с одной эскадрильи. Какие люди были? Хорошие люди были, очень хорошие. У Карата Мухамедиева, командира Тарасского пограничного отряда, накануне трагедии родился ребенок. Из погибших пограничников семью не успели создать только старший лейтенант Лукпанов Аслан и сержант Туланбаева Гульнур. Сейчас тела погибших находятся в Шымкенте. После окончания экспертизы семеро пограничников будут похоронены в Алматы. Амина Абдрахманова, Асет Кундакбаев, телеканал Алматы.